Терроризм организации Макдады очень значительными темпами. Ну, я очень рад, что на полях нашего саммита астанинского у нас есть возможность провести двустороннюю встречу. Gerçekten çok memnunum ki bu Astana Zirvesi'nin haricinde böyle bir görüşme imkanımız oldu. Вопросов, конечно, очень много. Görüşecek pek çok konu var. Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки турецкой для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. Şu görüşmelerimiz, sahil ihracata yönelik görüşmelerimiz için imkan sağladığınız için size teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Ve gerçekten de bu arabuluculuk çabalarımız çok önemlidir. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо. Maalesef bugüne kadar bütün sorunlar çözülmemiş değil. Fakat ilerlemiş olmamız zaten önemlidir. Безусловно, много вопросов и по сирийскому регулированию. Но и перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. Конечно, в поле нашего зрения находится и другой важный вопрос урегулирования карабахской проблемы. Далы-Карабах сорону чözümü de görüşeceğimiz önemli konulardan bir tanesidir. Недавно встречался в рамках Каспийского саммита с президентом Азербайджана. Привет большое. Birkaç gün önce Hazar zirvesi kapsamında Azerbaycan Devlet Başkanı ile görüşüyoruz. Kendisinin selamı var. Большая очень повестка дня. Çok geniş, çok kapsamlı bir gündeminiz var. Я очень рад вас видеть. Sizi görmeye gerçekten çok sevindim. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Я также хочу выразить большую благодарность. Gerçekten diplomasimizi telefonlarla sürdürdük. O bizim için yine de bir artı. Мы продолжили нашу дипломатию посредством телефонных разговоров. Это большой плюс для нас. Ama bugün de bu Astana formatında bir araya gelmemiz bizler için çok çok büyük bir avantaj oldu. А сегодня в рамках астанинского формата мы здесь встречаемся. Это еще больше плюс, конечно. Dışarıda da dostları gördük. А здесь мы также встретили наших друзей. Gerçekten bugün yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız. Сегодня мы с вами поделимся очень большой обширной повесткой дня. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. Верю, что в рамках этой посреднической миссии, также роль России конструктивно продолжается и будет продолжаться. Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok çok olumluydu. В ходе последних стамбульских переговоров позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Конечно же, результат, который мы получим после этих переговоров, несомненно, будет позитивно отражаться во всем мире. Ben yine de şahsım, heyetim adına çok teşekkür ediyorum. Лично я от имени делегации хочу выразить еще раз благодарность. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum. Надеюсь, что наши переговоры пройдут продуктивно.